Друзья, короче, я хотел сказать, добро пожаловать в Roblox симулятор гориллы. Я тут маленько уже переиграл, поэтому разучился говорить. Ладно, я пошутил. Короче, здесь нам нужно есть бананы. Мы же гориллы, да, мы же такие офигенские обезьяны. И на двоечку можно драться. Бенчик, бенчик, бенчик. И можно есть бананчики. Бананчики будем кушать, чтобы становиться здоровее. И чтобы можно было кого-нибудь победить у нас. Здесь еще можно лазить по деревьям. Ну просто прыгать. Давайте заберемся вот на это дерево. Оно, конечно, там какое-то сверху голое. Но давайте на нее запрыгнем. Раз, два, три. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Чем больше ешь бананов, тем ты становишься здоровее, конечно. Чем ты здоровее, тем ты больше можешь кого-то замочить. Но я пока маленькая обезьянка, я только сел играть еще, я сильно не буду ни на кого нарываться. Я буду мирно сидеть и кушать свои бананы. Давайте хоть куда-нибудь залезу, чуть не могу залезть. Так, залазим сюда. Ну-ка, смотримся. Вон они внизу бегают, смотрите. Вон раз обезьянка бежит, вон там два обезьянка бежит. А мы бананчики свои кушаем. Вон еще одна. Вон они какие хорошие, хорошие мои обезьяночки. А, я думал, она голая, ничего она не голая. Вот здесь есть пальма у нас, но, к сожалению, наверх туда залезть не могу. Вот только здесь, а дальше уже сквозь текстурки мы проваливаемся. Ладно, полетели вниз, кушаем свои бананы. А, еще можно на шиф здесь кататься. Вот так вот смотрим на кого-нибудь и подкат. Бэм, покатились. Вон они, обезьяны. Еще мне нравится то, что можно нажимаешь на Е и стучать вот так вот по груди стучать. Типа, я крутая обезьяна, я здесь хозяин, а вы здесь никто, все понятно? Но прежде чем как говорить так всем остальным, чтобы не отхватить людей, нужно сначала съесть очень много бананов. Если ты не будешь есть бананы, ты будешь никчемный здесь, тебя никто не будет уважать. О, смотрите, у меня что ли борода выросла? Обалдешки, у меня выросла борода. Ой, обезьянка такая маленькая, миленькая, привет. Привет, чувак, как дела? Дружище, да это, наверное, мои подписчики. Вау, привет, всем привет, друзья, рад вас видеть, я вас не буду обижать. Давайте вам бананов угощу. На, угощайтесь бананчиком. Одному банану, второму банану. И вот здесь можно идти брать, и вот здесь все можно брать. Я за все заплатил, угощайтесь, кушайте. О, какой здоровый, можно на него запрыгнуть, а? Чувачела, только ты не дерись, я на тебя хочу сверху залезть. Есть, вот так вот прикольно. Фига себе, он уже вообще весь заросший. А, наверное, чем больше у тебя уровень, тем больше у тебя борода. Чем ты старше становишься и тем ты заросший. У меня пока мохнатые лапы, мохнатая грудь, мохнатый пресс. О, пресс-то какой, смотри, здоровый. Видимо, я, наверное, вообще качался. Во-во-во-во-во, аж кубики видать. Ладно, сюда мы смотреть не будем сзади. И голова у меня пока еще не волосатая. Надо много есть бананов и много разговаривать. И вот так вот бить в грудь. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Я здоровый Кинг-Конг, да. Вау, а смотрите, какой там товарищ наверху. Давайте попробуем к нему забраться. А тут написано RIP, Rest in Peace. Здесь, видимо, кто-то помер. Ладно, забираемся наверх и кушаем параллельно бананы. Пока мы лезем, мы едим бананы. Мы можем наверх? Нифига у него банан здоровый. Вот его, наверное, быстро кушает. Воу-воу-воу, чувачело. А, кстати, какой у меня уровень? У меня бананов съедено... У меня одно убийство и 130 уровень. А у кого-то... 1960. Обалдешки. Обалдешки просто. Ладно, давайте наверх попробуем. Вместе с подписонами. Подписоны со сессоны полезли наверх. Наверх. Только не деритесь, не надо драться. Не надо драться. Давайте вместе дружно кушать банан. Если будем драться, будет скучно, и мы постоянно будем респауниться где-то внизу. Давайте полезли наверх. Залезем к самому солнцу. Там, наверное, вкуснее бананы будут естся, потому что там больше... Ну там ничего на самом деле-то не больше, там просто вид лучше. Ну-ка, смотрим. Так, хватит драться, кто там дерется? Я сейчас тут разберусь, достану кулаки, а одному, второму сейчас нахлобучу. Нахлобучил, так в полете прям сам аж улетел. Я не понимаю, я нахлобучу или танцую, это танец, либо это бой? Мне кажется, это какой-то у него... Ой, тихо, я кому-то чуть не нахлобучил. Прости, братюня, прости, я не хотел. На, банан. Я больше не буду драться. Я просто смотрел, как он там этими своими клейшенями махает. Все, мы едим бананы и не деремся. Побежали дальше. Вон, кто-то там кого-то нахлобучил, кто-то улетел наверх, кстати. Вон, здоровый какой. Сидит себе добро и ест бананы. Хватит драться. Ты будешь драться, я сейчас тебе сдачи надаю. По лещам, по щекам настучу. Я сейчас тебе дачу настучу. Вау, смотрите, я его убил. Но у меня жизни, конечно, осталось мало. Мамочки, санитара, мне санитара. Нужно срочно бананов есть.
покрутиться, покрутиться, повертеться, залезть наверх и сесть бананов. А как мне залечиться-то, кстати? Где у меня жизни? Я уже жизни своей не вижу. Так, 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 не трогайте. Смотрите, я хромаю. Мамочки, меня подстрелили. Точнее, меня обезьяна покусала, в пупец вправо укусила, теперь я хромаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мне нужно залезть на дерево и поесть свои бананы. Вкусные, 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 они лечат. А так как подорожник, съел банан, шкурку предложил к попцу и все, попец заздоровел. Так, забираемся наверх, наверх, ну вверх, ну вверх, ну вверх. Вот моя хорошая, еще наверх. Смотри, как я настоящая обезьяна уже. Я залазю наверх просто... Очень быстро, а также вниз быстро падаю. Вот обалдешки, просто обалдешки. Давайте сходим куда-нибудь, глянь, что тут еще есть. Тут плейс-то вообще здоровый, смотри, какой он здоровый плейс-то у нас. И у нас есть там какие-то камни. Давайте глянем, что там на камне. А я до сих пор хромаю, что ли? Ладно, давайте мы попробуем вот так, через shift. Бэм-бэм-бэм, покатились, покатились, покатились. Пока мы катимся, можно катиться и есть бананы. Вы так сможете? Я вот не смогу. А обезьяна может, она может катиться, перекатываться клубком и в это время есть банан. Это просто же офигенский. Это просто способность супергориллы. Кататься кувырком и есть бананы. Я бы так хотел на самом деле. Ладно. Вот это у нас царь гориллы, понимаю. Раз и два. Уже стал просто раз. Они там что-то дерутся. Я не хочу драться. Я добрый. Я добрая обезьянка. Смотрите, какая у меня клевая борода. А под бородой там у меня дырка. Там маленько она еще не заросла. Нужно побольше съесть бананов. Когда больше есть бананов, больше растет борода. Надеюсь, в настоящей жизни не так. Иначе бы я вообще бородатым бы ходил. А бананы я люблю. Знаете почему? Потому что в бананах есть гормон счастья. Банан съел и сразу радуешься. И все проблемы уходят на второй план. Я вам серьезно говорю, попробуйте. Поэтому обезьяны такие счастливые и довольные. Потому что они кучу бананов просто лупают. А это круто, кстати. Вау, куда он покатился? Ну-ка, подожди-ка, я хочу к тебе покататься. Может, мы давайте кого-нибудь сейчас разгонимся и собьем. Бэм, 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 бэм. Прям как этот, Кигельбан. Сколько здесь народу? Вы только не деритесь, друзья. Вы же такие клевенькие. Мы все вместе. Ой, такие они маленькие, такие миленькие. А у меня уже 157, не знаю, как его назвать, уровень, либо это рост. Короче, когда мы бананы едим, она каждый банан дает не единичку нам. Нужно съесть их штук 5-6, и тогда у нас только единичка добавляется. То есть не за каждый банан дается это уровень. Оно дается нам гораздо реже. Вау-вау-вау. Давайте глянем, кто у нас тут есть. Ага, это типс, это типа, мол, ну, типа подсказки всякие разные. Welcome to Gorillas, типа добро пожаловать в Гориллидом. Coming soon, это значит придет скоро. Они собираются ввести какое-то обновление, где будут продаваться бананы. А зачем их продавать, когда они бесплатные, если у нас всегда есть? Он бесконечный банан, я бы хотел бы такой. Я хотел бы себе такой банан. Его ешь, а он не кончается. Ну, правда, его с шкуркой бы я бы не стал ждракать. Потому что это вредно, наверное. Начинка там у него вкусная, а шкурка не ахти. Да хватит меня крутить, я что там на льду что ли вам, балерина. Так, у нас, короче, у кого больше всего уровень 3700. Кстати, только что был побольше, почему-то он меньше стал. Реберс, это перерождение 5 штук у кого-то. И топ килл, кто больше всего убил, 9600, а у меня 2. Я не хочу на самом деле никого убивать, я добрая обезьяна. Давайте будем все дружить. Вот сколько здесь у меня народа. Это все мои друзья и подписанные друзья. Мы не будем драться, мы будем есть бананчики. Да, 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 да. Все. Всем привет категорически и приветствую. В общем, вот такой вот режим с гориллой. Прикольно. Мне понравилось то, что можно есть бананы, расти, драться прикольно и лазить по этим пальмам. Такой очень кислотно... светло-зеленый плейс, я бы сказал. А внизу коричненький какой-то. Все, мне понравилось, друзья. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока.